Я не понимаю, просто. Это мой единственный вопрос, просто извините. Зачем? Зачем этому человеку адвокат? Его нельзя оправдать. Лучшая подруга убитой Камили Тухватуллиной Валерия с трудом сдерживает эмоции. Незадолго до трагедии Камиля в очередной раз пожаловалась ей на агрессивное поведение бывшего парня. Тогда же родители Камили узнали о том, что их дочка живет в постоянном страхе. Тогда же отец девушки позвонил Рустаму Мухаммадуллину и пригрозил полиции. Тот, в свою очередь, тоже молчать не стал. Ну, походу, до человека не дошло то, что его нельзя трогать. Не дошло. Продолжал также названивать, написывать, уже угрожать начал, походу. Я просто приду к тебе домой, и меня никто не остановит. А если помешают, ну земля им пухом. Взаимные предупреждения будто стали началом страшного конца. Возможно, сдетонировал разговор с родителем девушки, запретившим парню подходить к дочери. Или же твердое решение самой Камили прекратить отношения. Но 7 января 2021 года, по версии следствия, Мухаммадуллин пришел в квартиру экс-возлюбленной с единственной целью – убивать всех там присутствующих, включая себя. Далее Мухаммадуллин, убедившись в реализации преступного умысла, находясь в указанной квартире, с целью совершения самоубийства и избежания уголовной ответственности за содеянное, нанес имеющимся при себе ножом не менее 9 ударов по различным частям тела, после чего открыл створку окна, выпрыгнул на улицу с высоты 4-го этажа. Наши эксперты, здешние татарстанские, они ответили на вопрос, доступны ли самому себе вот эти области для причинения ран. Да, доступно. И мне доступно, и вам доступно. Мы такой вопрос поставили перед московскими экспертами. Нам московские эксперты говорят, не характерно, чтобы сам собой, человек мог нанести 6. Фархад Канафеев и Николай Иванов, адвокаты подсудимого, как и положено защитникам, в версии следствия сомневаются. К примеру, откуда у Рустама шрамы на ладони, будто хватался за лезвие ножа, защищаясь, а не нападая. И откуда вообще взялся этот нож. Сам Рустам Мухаммадуллин и вовсе не помнит ничего с того момента, как переступил порог квартиры. Ретроградная амнезия, подтвержденная экспертами. То, что он не помнит, это характерно аффекту. Когда у человека из-за каких-то или боли, или нападения... Память пытается отторгнуть тот негатив, который произошел. Да, совершенно верно. Вот. И причем этот негатив не обязательно должен исходить от самого обвиняемого. На сегодняшнем заседании подсудимый давать показания отказался по причине все той же амнезии. Пока остается неясным, в каком состоянии Рустам Мухаммадуллин находился в момент убийства. Но то, что он был буквально одержим Тухватуллиной, подтверждает и основной свидетель по делу. Человек одно и то же говорит, я люблю ее, люблю, люблю. Ну, то есть вот одно и то же, типа, я хочу вернуть, хочу вернуть, хочу, и все. Вот. Несмотря на то, что следствие по резонансному делу завершено и судебный процесс уже стартовал, непосредственно по факту совершения преступления по-прежнему много вопросов у защитников подсудимого. Что касается гособвинения, представитель прокуратуры полностью поддерживает выводы следствия. Умышленное убийство двух и более лиц. Это почти наверняка пожизненное лишение свободы. Впрочем, повторюсь, судебный процесс только начался. Мария Молочникова, Максим Малов, телеканал «Эфир».